Есть домик, то выходим. Ложись, все, лежи тихо. Это сотрудники ФСБ и МВД внезапно нагрянули в частный дом в одном из поселков Дагестана. Внутри оказалась прекрасно оборудованная типография. Правда, печатали в ней не книги и не журналы, а деньги. Причем в немыслимых масштабах. Только вдумайтесь, за минувший год около миллиарда рублей. Женщина, фамилия, имя, отчество ваше. Фамилия, имя, отчество. Не прячьтесь, пожалуйста. Эту женщину задержали в соседнем Пятигорске при продаже фальшивых 11 миллионов рублей, которые напечатали в той самой типографии. Смотри, вот здесь лежат доллары. Доллары лежат, да? Да. Антистукс, краски. Схема была простая. Фальшивки продавали оптом по всему югу России по курсу 1 к 2. То есть за миллион настоящих рублей можно было купить 2 фальшивых. Причем при желании можно было приобрести и доллары. Местные умельцы сделали матрицу сотни баксов. Всего в банду входило 11 человек. Все они задержаны. Помимо статьи «Изготовление и сбыт поддельных денег», им, скорее всего, предъявят обвинение в организации преступного сообщества и участие в нем.